23 года назад состоялись первые выборы в законодательное собрание Краснодарского края. За эти годы организаторы выборов в нашем районе прошли через множество региональных и федеральных кампаний. Был накоплен бесценный опыт их успешного проведения. С подробностями мои коллеги. На торжественное совещание, посвященное Дню избирательной системы Кубани, которое состоялось в Славянской районной администрации, были приглашены представители участковых избирательных комиссий. Это образованные и ответственные люди. Они с честью выдержали экзамен и на недавних выборах в законодательное собрание Кубани. Председатель территориальной избирательной комиссии «Славянская» Анатолий Чумаков высоко оценил их работу и проинформировал о задачах на предстоящие президентские выборы. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что отличная работа избирательной системы позволяет властям работать спокойно и результативно. Также он поздравил собравшихся с праздником. Хочу сказать вам спасибо за все выборы, которые у нас проходят, и вот выборы законодательного собрания края. Подтвердили то, что Славянский район способен решать задачи. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, здоровья вашим семьям, благополучия, радости побольше. Затем Анатолий Чумаков вручил главе района благодарность председателя краевой избирательной комиссии за успешную работу в подготовке и проведении выборов депутатов законодательного собрания Кубани. Благодарностями и почетными грамотами были награждены представители участковых избирательных комиссий. Вот все выборы, которые проходили за мою жизнь, я в них всегда участвовала. Для меня это всегда праздник, для меня это всегда торжество, для меня это всегда действительно такая ответственность, чувство такой солидарности, чувство гордости за свою Россию. Работы впереди много, и сотрудники избирательной системы сделают все, чтобы выборы проходили в обстановке максимальной открытости и прозрачности. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».